Эй! Так, эй, это моя фишка. Эй! Ты знаешь, пошли вы, блин! А по-моему, у меня вообще все уже, поэтому эй. Давайте начинать. Давайте здороваемся. Эй, улыбка Шерри! Всем привет, с вами, дорогие наше друзья. Наше трио в эфире. Да, с вами действительно ваши дорогие друзья, это мы. Ты очень тонко. Черт, ну блин, ну стоило же такое ляпнуть с вами, дорогие друзья. В общем, всем привет. С вами, дорогие ваши друзья, Лукард Субар и генерал Владимир. И, в общем, это Факторио 014, самое последнее. Мы решили сделать такой... Экспериментал! Эксперимент в экспериментал. И сделать, в общем, серии по 0.14 факторке, а по 0.13, по нашей жутко лагучей базе, мы продолжим... На стриме. Наши не лагучие стримы, по жутко лагучей базе, вот. Да. Как-то так. Ну, что-то типа того. И, пользуясь случаем, хочу передать... Ох ты. Да, я тут подготовился. Ёкарный бабай. Ну ладно, окей. Да будет так. Я, к сожалению, не вижу, что там произошло. А, Субар строит эти штуки. В общем, дорогие друзья, мы начали такую небольшую базу здесь. Вот тут у нас произошел спавн где-то тут вот. Мы бежали немножко вправо, поскольку здесь больше нужных нам ресурсов. Если так покрутить карту, она гигантская. Кстати, мне очень много поездов сделать. Мне кажется, что железо по краям окислилось. Тебе кажется? Судя по цвету. Ты имеешь в виду по текстурке? Да. Такие темненькие? Что? Это блик. Это просто блик. Ну да, понятно. Вот, в общем, мы тут строим такие интересные вещи. Походу, дело, конечно, вы будете узнавать и видеть некоторые моды, да, о том, как бы, что здесь установлено и так далее и тому подобное. Но, в принципе, все моды, я думаю, мы скинем в описании, и вы сможете все посмотреть. А я жопничать не буду, а я еще и ссылку на модпак скину. Не, ну, ссылочку на модпак, конечно, будет, ребят, это безусловно. Вот, но в принципе вы уже могли убедиться, что здесь есть Йоки. Ну и, наверное, что-нибудь еще. А где Йоки? Я что-то пока не вижу. А ты Йоки вот открываешь, а у тебя сразу вкладки есть Йоки Industries. Ну, это если. Ладно. Что если? Между прочим, в Йоки Energy мы уже сделали. Нет, это если ты открываешь. И. Лампочки. Если ты открываешь. Как она называется? Ну да, турбины. Скажи. Не, ну турбины я не показывал. Ну да ладно. Ты у нас тут главный обзорщик. Обзорщик, так тут все работает, отлично. Я клепаю сразу же первый пак исследовательских пакетов. А, вручную, да? Да. Да. Автоматизация требует ручного труда. Да. Да. Погоди. Какие там чисто красненькие же нужны, да? Ты вот эти вот две соединил, что ли? А, нет. Нет, мы нормально соединили, мы знаем, что ты хочешь потом в будущем сделать, поэтому мы... А зачем ты вот здесь поставил, почему... Далеко не... бегать лом до железа. Всё, я не об этом, я просто думал, что там есть расстояние, а его там нет. Понятно. Так, ну, я, ребятки, пока что буду заниматься добычей чего? Наверное, я немножко сделаю побольше добычу угля. Да, это обязательно надо, потому что сейчас у нас будет жраться еще и на нижние бойлеры. Я тут небольшой задел так сделал. Тогда я в три раза, пожалуй, увеличу добычу угля. На тебе, я их, короче, скину. А сколько у тебя их? Вот так вот, три штуки скинул в инвентарь. Благодарю, блин, зря крафтил, что ли? Ничего, не зря. Ну, автоматизация уже прошла. Нужно теперь логистику. Логистика, это очень хорошо, я так понимаю, она сразу эти нам даст, да, кабели логические? Первая логистика, это подземные конвейеры. Да, и погрузчики. Да. Мне прям, ребятки, нужны кабели, потому что в этом нашем цикле серий, я не буду называть это летсплеем, гадкое слово. Ну, потому что это уже будет не летсплей, это уже будет полноценные, между прочим, гайды. Да. По логистическим сетям, по
всяким таким. Ибо другим. Здесь мы все это будем показывать. И так, я в сертифицированные инженеры как бы не подавался. Не парься. Все будет нормально. Мы справимся. Так, а то, что к чему ты будешь стремиться, это с зелеными клубами. С логистической сетью. На факторию. Не на инженерию. Но мы справимся. Мы справимся. А пока что крафти вручную все, что Алукард требует. А я буду так это и делаю. Буры делать. Я, кажется, тогда в химика, получается, играю. Да, блин, опять ковка брони, да? Да ладно, ковка брони, это, по-моему, прекрасно, потому что я могу легкую бронечку сделать себе. В 14-й версии в чем прекрасно, если ты делаешь, например, другую разработку исследований, на предыдущую, которые ресурсы потратились, они не сбрасываются в ноль. Они возвращаются. Они остаются в том прогрессе, на который исследовали. А, ну тогда лучше. Слушай, ну это хорошо, приятно. Ну вот что ты сделал. А я-то думаю, зачем ты этот манипулятор поставил? Я думаю, ни к селу, ни городу, а ты, оказывается, туда вот... Сундук решил поставить. Л-логика. Да, как-то так. И, наконец, у нас есть подземный манипулятор. Конвейер. Да будет свет вашей науки, дорогие друзья. Какой еще разделитель? Разделитель? Зачем? Как бы я сейчас заразделю. Ну давай я сейчас, короче, подземный делаю, а ты разделитель. А я уже и подземный делаю, и разделитель. А я уже сделал подземный. Молодец. Только куда б его? Кстати, мелкокалиберные турели мы теперь можем крафтить. Это даже погоди. Это, знаете, это даже как-то приятно, что ли? Да. Так. Чего бы еще поставить-то моей душеньке хотелось? Ух ты, погрузчики с какой-то новой текстуркой. Это радует. Потому что это немножечко другие погрузчики. Так, ребят, погрузчики я крафчу сразу для того, чтобы нам ставить загрузки эти. Ты немножечко, по-моему, накулебячил. Нет, это я поставил. Отдай. А, вот. Чего тебе отдать? Почему погрузчик подземный нас не в ту сторону грузит? А, все нормально. Так, ну-ка. Все, там нормально. Вот, дорогие друзья, работает, работает. Пошла загрузочка меди. Сейчас пойдет загрузочка железа таким же путем. И удваиваем наше электропитание. Правда, зачем мы столько не потребляем? А, между прочим, сейчас мы потребляем, может быть, и мало. Но при этом наши движки вырабатывают электричество на 40-градусной температуре. А, стоп, мы потребляем довольно-таки много. Ну, сопоставимое количество с тем, что мы сейчас производим. Я так, вовремя задвоил. Дорогие друзья... В общем, железо пошло загружаться с хорошей, красивой скоростью, с приятной для моего глаза, так же, как и медь. И это не может не радовать. Реально радует. Ой, они правда с другими текстурками. Потому что этот мод другой. Да, смотри, какие они прикольные. И теперь они в нормальном месте по логистике находятся, и я думаю, что в этой версии, может быть, нам позволят их все-таки получать логистическим путем потом через наших любимых дронов. Ребят, а на самом деле это тот же самый мод? А, это Loader of Urnens, это немного другое. Печек, по большей части. Это специальный, это специальный мод для загрузки в Loader печек. Но они у нас еще не разработаны. Но мы используем их как хотим. Ну да. Ну и нормас. Мне вот очень даже нравится. Так, никто же не будет против, если здесь небольшую построю штуку по разработке красных бабочек. Да не, я и сам хотел. Кстати, и раз ты 4 поставил, отлично, я 5-ю сейчас друзья, построю. Отлично. Так, тем временем. Да, 5-ю на шестеренку. Куда их? Сюда? Да. На шестеренку. А, вот она. Так. Так. Она уже загружена, только не понимаю, а как ты проведешь сюда железные плиты? А вот ты сейчас все узнаешь. Давай посмотрим. Нифига себе, сколько я железа потащил. Многовато, да? Да, немножечко. Так, да, тут надо думать. Ну, как обычно.
Я думал, у тебя уже готовый план какой-то. Нет, я просто думаю, как сюда еще медь так, подавать. А у нас существуют длинные манипуляторы? О, существуют, прекрасно. Медь? Да легко в целом-то. Собственно, да. Просто развернуть и... все. Тут сейчас интересней будет. Здесь у нас на изготовление колб пользуются медные плиты и железные шестеренки. Как-то так. Чего? Медные плиты и шестеренки, ну да. Значит, можем. Кстати, блин, ну ладно. Я сейчас лодер посмотрю. Нет, здесь не фильтрующий лодер. К сожалению, здесь не фильтрующий лодер. А нужный нам лодер... А в принципе, мы его и не прессовывали, потому что у нас этот есть. Так, ну-ка. Ну, в принципе, так, или же можно там как-нибудь переделать. Не знаю, сюда? Как тебе будет удобней. Сюда. Так. Да, так не будет удобно все равно. Ну, если только подземный пустить. Ну, да. Не, хотя у нас есть, в принципе, длинный манипулятор уже. Можешь их заюзать. Я уже начал юзать длинные манипуляторы. И все. Что приятно. Так. Что у меня здесь получается? Пам. Получается, что с этой берет, с этой берет. Все отлично. Ну только если вот так вот, Алкард. У меня же есть столбики. Да. Так, ну и так пойдет, собственно. Тимс. 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 Ну и вот сюда это дело... Почти угадал. Включить. Эх. Я всегда ставлю около желтого манипулятора. Ну-ка. Ну. Вот, отлично, все работает прекрасно. Я могу тогда просто вот так вот сделать? 2, 3, 4, 5, 6. А, так не сделаю. Ты там так собираешься, ага. 7, так, давай 8, подумаем. 9, 10. А, ну... 4, то есть мне нужно 8. В принципе, штук. Все правильно. Раз, кого 8 штук? Печей. Ой, я тут... Ну, раз, два, три, четыре. Раз... А, нет, нормально. Мне все равно их много надо. Вот, почему... А мне все равно нужен будет еще подземный погрузчик. Ну, мне, кстати, дело подземный погрузчик. Дико нравится, как сейчас происходит сейф. Вообще, он не синхронизируется. Это просто супер шикарно. Да, он просто быстро сейвит и все. Ты же не против будешь, если я поставлю еще парочку лабораторий? Я буду не против, но будет ли справляться? Делайте там все, что вам захочется. Да, ты там в своей песочнице играй, мы в своей. Вот именно так, именно так, и никак иначе. Так вот. Так. И подземникус. Этот слегканикус, отключаникус, добычикус, уголикус. Титаникус. А, уголикус. Так, а у нас, оказывается, тут есть такие хитрые люди, которые умудрились... Как чихнуть, бы я ни просил, все-таки понаподключать все ко всему. В смысле? Прямо. Ну, а, с этим разберемся позже. Да все нормально. Да. Мы тут... У нас свой небольшой мирок. Так. А вот это дело... Где-то у меня... Ага, вот тут. Подключается неправильно. Так, и где у меня тут манипулятор? О, слушай, а зачем? Хотя, блин. Может, нужны уже быстрые манипуляторы? Потому что мы их можем крафтить. Они как бы не особо пока что нужны. Они мне нужны исключительно на шестеренках. А, знаете, давай что, шестеренки обрабатывают, что реально нужно? А. Нужны столбы побольше. Ой, ну это еще не скоро. Ну это с производства стали пойдет. Да. Потому что они, как раз электроснабжение идет после производства стали. Угу. И ты правильно мыслишь, друг.
Уйди. Да. То есть у нас проблема. Ну, потому что я вижу, там до последних не достает. А насколько его хватает? На две. Я все правильно подключил. Почти. Не почти, а все правильно. Да, все верно, все верно. Все ровно. Я же мастер-инженер. Да, с каской. Дипломированной каской. Так, дорогие друзья. А, у меня специально так криво сделана электросхема здесь. Потому что она рассчитана, что потом вместо столбов я поставлю печи. И я внезапно понял, что теперь две на производство. А, стоп, у него стоит. Две на производство шестеренок будет уже достаточно. Так, стоп. Окей, я тебе тогда. А хотя все так и должно вот быть. Вот так вот. Сюда. Так, где у нас там еще добывается сюда уран? А вот. И сюда. Да, уран там добывается во всем. И да, ребят, вы не ослышались. Действительно, уран. Ой, да тут столько всего. Уран. Что еще там есть? Так. Я уже забыл все названия. Там много чего есть. Очень. Так, а тут у нас получается... Почему так получилось? Странно. Вот так вот. Я сейчас лодеры подгоню. И, кстати, мне нужна медь. Вот, вот здесь вот как-то... А, потому что она там не в ту клетку стоит. Сейчас я лодеры подгоню. Два лодера, которые будут гонять железо в сборочный автомат, и оттуда будут уже на полной скорости шестеренки вылетать. Ну ладно. Там, кстати, железо временно перестало перерабатываться, потому что... Ой, да у нас железа еще много. Схеме, которая звучит как сначала... Которая звучит как это сначала я, между прочим, включить, это а потом взял делать новое. Ну, да. Это стандартный вообще наш человеческий метод работы. Не человеческий. Брать с друг друга. Не человеческий, а именно наш. С него, короче. Потому что только мы так можем. Или наоборот, не говорить. Ну да, у нас есть такое. Знаете, единственное, о чем я сейчас реально жалею... У тебя пропадает интернет? Вот угадайте. Нет. Что? Да, сейчас нету дрона в чате. Вот это печально, да. Потому что я бы сейчас поставил это все на чертежах. Вот у меня сейчас почти построенное производство железа. И я реально взял бы и совершенно... А мы тут сделали неведомую гуглю. Вот. Ой, я там отключил этот самый. Ну, не вопрос, я сейчас супер, я сейчас подключу. Просто сеть... Да, протягивай. Я туда даже маленечко железо подкинул. Так. У нас здесь был запас... Погрузчики не требуют энергии. Да, внезапно. Это прям удивительно. Да. Ну, в принципе, это обычный конвейер. Воу. Хера себе. Вот это да. Что такое? У меня внезапно такое подозрение, что нам нужна система Вархауза. Нам нужна система Вархауза. Что нам нужно? Так, и... Блин, но мне кажется, вот он делается из стали. Да, вполне возможно. Потому что там стальные балки и каменные блоки нужны. Вот-вот. Тогда я делаю разделитель, наверное. Хотя нет, стоп. Сейчас мы посмотрим, как там соберется Владимир переделать систему добычи железа. А я уже, в принципе, все доделал. Осталось только... Мне нужно теперь много конвейеров. Но я, по крайней мере, запустил крафт электрических вещей и дополнительных электрических буров. Электрические печи я и поставил, больше не нужно. Вот буры, может быть, и будут нужны. Вот лучше конвейеры поставь. Внимание, вопрос. Откуда у меня 150 руды?
Ё-моё. С вашего позволения, я сюда немножечко руды добавлю. Наоборот, я беру. Берите, конечно. В смысле, даю. Железо. Так я и говорю. Нет, я железную руду скинул. Железо. Спасибочки. Субар, если у тебя есть... Кто что? Конвейеры? Стой на месте. Конвейеры, да. То я буду очень благодарен. Но я прямо на тебя и кликал. А на меня кликнуть нельзя. Господи, было? Ребята, вы не представляете, с какой скоростью улетает железо на шестеренках. Представляем. Так, буры. Теперь вот, вот насчет буров, Субар. Да. Ты там что-то говорил. Это было бы... Да, у меня есть только угольные. Но я тебе скинул 4 уже. Так. Не промазал там? Благодарю. Да, промазал. Ладно. Честно, далеко там до урана. Это стекло, это сортеры. Advanced Chemical, это аномия, гидроген, фертилайзеры. Это понятно, это выращивание древесины. Прям в тебя. Глина. А где ты скинул? Прям в тебя. Ага, понятно. Значит, скинулись. У меня крафтится. Я предлагаю, кстати, автоматизацию следующих, после автоматизации энергоснабжение первое сделать, чтобы были у нас средние столбы. У нас нет зеленых схем. Вручную. Ну окей. Пусть пока мы крафтим вручную 100 исследовательских. Так 100? Нет, 120 исследовательских пакетов. Да, пока мы их крафтим вручную, у нас будет другое чем делать. Надо. Пам-пам. И теперь я сюда протягиваю. Я тебе там скинул. На Лодер Фернэнс, у которого скорость производства 42. Это где, Лодер? Потребление. Это ты где смотришь? Продвинутая металлургия второго уровня. Там, где электропечь 1, есть Лодер Фернэнс. На нее требуется 15 стальных балок, одна улучшенная электросхема, 24 электропечей первого уровня. И получается... Так, это подожди, разработка. А это где? Нет, это пока в крафтах, или у нас еще нету этого? Да. Погоди, производство 42? Да. То есть можно вместо 42 Ёшкин зверь. А ты думаешь, для чего здесь лодеры для них? А я все равно как-то не вижу. Я а понял. Где? Ну, ниже чуть-чуть в разработках, технологиях делаешь, смотришь. Но. И доходишь до продвинутой металлургии 2. Наводишь там, где вот эффекты электропечь первого уровня и Лодер Фернэнс. Блин, вот хоть убей, не вижу продвинутую металлургию. Вообще никакую. Там печки. Я знаю, но я их не вижу. В красной зоне. Под воротами. Где движки? Где движки? Все, вижу. Так. Где... А, лодер... Потребление знаешь сколько? Да. 3,7. Это половина энергии, которую мы сейчас вырабатываем. А ты посмотри, что обычная электропечь... Зато ты можешь вместо обычной печи поставить одну. Вместо 40 одну, действительно. Вот нафига ты столько вот делаешь, Влад? А это чтобы мы к ней дошли. Конечно, все равно там потребует переработку другой. Или я не прав? В смысле, потребует другой. А на нее нужны электрическая печь 1, а электрическая печь 1 делается из каменных блоков, улучшенных электросхем и стальных балок. Да, всего ничего. Подумаешь. Ладно. Йоки компоненции исследуются. Но оно того стоит. Я знаю. Я прекрасно это понимаю. И ее просто лоудерами откружить. Кстати, наш стрим лагал не только из-за того, что слишком много всякой билиберды было, но из-за того, что очень много манипуляторов работало. Очень много не только манипуляторов, но и дронов. А здесь один... Очень много просто прикол в чем? Вот этот погрузчик, он загружает с той скоростью, с которой она перерабатывает. Ну, круто. Одного погрузчика хватит, если полный конвейер руды, одного погрузчика хватит, чтобы загружать одну печку.
и, соответственно, также выгружать. Ты там когда железо-то? А вот. А вот. Причем это работает только еще половина. А я уже включаю вторую. Причем на самом деле это даже не половина, это меньше. Знаете почему? Видели у меня пробелы из-за столбов между печами? А вот сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 печей. А будет на 1, 2, 3, 4, 5, я думаю, на будет... 10 печей больше. Но будет всего лишь 2 печи 20... в будущем. Ну, ха-ха, да. Но суть в том, что все пробелы под столбами... Я сразу поставлю пару крашеров. Вот теперь... Смотрите, ребята, вот, вот помните прошлый, да, наш этот самый, значит, серию наших стримов? Как там железо шло вообще через сейчас, раз, да, и как здесь идет? Да, лепота. Люблю медленные конвейеры, да. на них всегда полный смотрите, поток. Смотрите, если что, я сейчас буду ставить небольшую электродобычу уникомпозита. Субаре. Эй, я там зеленые компоненты красные. Субаре железо собирал. Я стою, значит, кайфу, собираю железо. И вдруг, где железо? И вдруг все кончилось. Куда оно делось? А тут жадный генерал Владимир. Жадинка. Ой. А что я сделал? Алукард, буду признателен, если ты покажешь мне обычный манипулятор, чтобы мне их не крафтить. Ребята, а я какую-то клавишу нажал. С. Не знаю, какую. Ты нажал С. Короче, манипулятор поломался. Да. С. Ой, это стрельба. А я не понял. Да, в 0.14 можно было. И в 0.13 можно было. Ну там. Мы этого не знали. Че, ты там крафтишь манипуляторы? Сейчас. Надо было на пробел жать. Измельчитель. Слаги будешь делать? А нет, стоп. Это у тебя уникомпозита. Так. Кстати, представляете, теперь не хватает скорости добычи руды. То есть они руду расхватывают. Вот это печалька. Нижние печи не работают. Не, мне сталь нужна. 8 штук. У нас оказывается такой поток идет. А при этом, слушай, а я могу нижние 4 печи поставить на сталь? Не надо, мне нужно 2 водяных скважины. Действительно, поставь на сталь. Поставь все на сталь просто и вообще. Просто в отдельный ящик, чтобы закидывать. Вот так? Все. Да. Мне просто без крашеры, короче, без стали вообще никак. Смотрите на поток железа теперь. Ноль. Я включил только ты, производство надеюсь, стали. Они же будут не сюда же выгружаться, да? Я все настроил. О, я все ошибки его учел. Я думаю, нам 4. А нет, хватит. Стоп, они сюда и будут выгружаться, стоп. Я думаю, нам 4. Да нет, надо просто надо с другой просто стороны поставить манипулятор. Все. Или стоп. Здесь верно, здесь верно. Здесь неверно, здесь. А, все правильно. А правый пусть железо делают, если можно. Почему длинное здесь? Лукард. Смотри. Не-не-не, Лукард. Я сейчас сделаю. Вот это вот так должно быть, стой. Вот так. Только 4. Только 4 печи на сталь. Иначе они забирают. Не-не, вот смотри, Лукард, сюда все ввелось. Зачем только лево? Нет, блин, вот да ёшкин кот, уйдите нафиг отсюда. И пусть вот в этот сундучок. Да не надо было, Ау, действительно, там была Алука, система. Уйди нафиг. Настроена. Я не видел систему. Вот серьезно. Она у вас не ставила... Кстати, нет, она была нормальная, действительно, если ты сейчас пересмотришь ее. Этот самый. Вообще, полчаса прошло. Где здесь сталь была в сундуках?